Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал! С вами Виктор и Тёма! Всем привет! Привет! Сегодня, друзья, мы приготовим два замечательных рецепта из гороха нут. Горох нут – отличная альтернатива мясному белку. Приготовим с вами два блюда. Одно в итальянском стиле, одно в азиатском стиле. Все просто и очень вкусно. Горох я беру уже готовый в банке. Здесь он в собственном соку уже сваренный. Если у вас такого нету, то нужно взять тогда простой сухой горох и отварить его до готовности. И потом дальше уже продолжить готовить. Ну что, мы начинаем. Включаем плиту. Наливаем сюда немного оливкового масла. Первый у нас будет итальянский вариант. Тёма чистит чеснок, а папа режет лук. Вперед. Лук нарезаем мелким кубиком. И пошел лук в сковороду. Слегка его прижариваем. И сразу следом выдавливаем зубок чеснока. Добавляем щепотку хлопьев чили и томатную пасту. Берем далее апельсин. Нам нужно немного снять цедру для аромата. И также выдавливаем сок апельсиновый. Добавляем один лавровый лист. Приправим сухими итальянскими травами. И добавляем ложку меда. Теперь нужно слить жидкость с гороха. И добавляем к нашему соусу горох. И немножко жидкости этой банки. Приправим солью и перцем. И вот так вот минут 15 еще все это потушим, чтобы горох хорошо пропитался всеми этими ароматами. И будет вот такая вкусняшка. Бомба. Бомба. Давай, Тёмка, отрывай листочки. Сейчас у нас петрушка еще пойдет туда рубленная. Да. Мелко рубим петрушку. И добавляем в наше блюдо. Последний штрих – немного бальзамического красного уксуса. Вот, друзья, вот такая красота у нас получилась. Отличное вегетарианское блюдо, постное. Если не постное, то можете сверху еще пармезанчику добавить. Вот так вот будет. Но мы так попробуем. Тёмыч сказал, я такое пробовать не буду, мяса там нету. Но папа с удовольствием. Я очень люблю этот горох. Не часто его готовлю. Отлично приправлено. Апельсин, мед, уксус, чеснок, лук, все это чувствуется, томат. Классная вещь. Из простого продукта можно приготовить вот такую вкуснятину, ребята. Рекомендуем попробовать. Супер. И соль. И соль и перец. Зря ты не хочешь пробовать? Ну, пробуй. Нет? Нельзя. И теперь, друзья, готовим второй рецепт в азиатском стиле. Тоже вот такой вот вкусный. Значит, берем лук. Включаю сразу сковороду. Пускай нагревается. Сразу наливаем растительного масла и режем лук. Лук режем вот так вот повдоль. Отправляем лук обжариваться.
И вот так вот мелко нарезаем чеснок. И тоже он пошел сюда. Лук вот так вот слегка минуту прижарили. И добавляем приправы. Приправ у нас здесь куркума, кориандр молотый, молотый имбирь и чили. Ой, какие ароматы сразу пошли. Добавляем одну ложку паприка паста. Добавляем сок половинки лимона. Немного коричневого сахара. Друзья, добавляем кокосовый крем. То есть запомните, не молоко, а крем такой вот густой, как сливки. Добавляем чайную ложку крахмала кукурузного. Приправим солью и перцем. И добавляем горох. Вот такая вот красота получается. И теперь, друзья, томим это все на медленном огне 15-20 минут. Все, друзья, наше блюдо готово. Вот такая вот красота получилась. Красивая, ароматная. Блюдо вегетарианское. Вот так вот. Вот такая вот красота, друзья, у нас с вами получилась. Ну что, друзья, осталось только попробовать такую вкусноту. Я уверен, что это вкусно. Такая нежность кремовая, острота так подходит грамотно, постепенно. Ну смотрите по вкусу с чили. Кокосовый крем вообще бомба, я обожаю кокос. Все с кокосом, очень вкусно. Сбалансировано, приправлено. Можно, кстати, еще рис отварить. Вот с этим соусом рис зайдет вообще на ура. Здесь классный соус, отличный. Супер. Рекомендую вам. Друзья, ну на этой вкусной ноте я буду с вами прощаться. Огромное вам спасибо за внимание. До следующих видео. Пока-пока.